Всем привет, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я хотел бы вам рассказать о одном дорожном знаке. Я вам сейчас кому-то напомню, кому-то расскажу, может быть, новость об этом знаке, что это за знак, и покажу, где он стоит и практически не выполняется. Давайте посмотрим. Вот этот знак. Этот знак называется «Зупинку заборонено». Забороняється зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. Не поширюється дія знаку на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, за наявності під ним таблички для водіїв-інвалідів. Еще немножко перечень, я не хочу углубляться. Основная позиция – зупинку заборонено. То есть мы должны понимать, что должно, соответственно, происходить. Но, к сожалению, вот этот знак, он установлен возле СГ Академии. Стоит он давно. И вот что происходит после него. Ну и вот с другой стороны я тоже снимал, это в тот же самый момент. Мы видим с вами, в принципе, на знак реакции мало. Я знаю, что некоторые скажут, почему вы, пан Демидович, не вызвали полицию. Я вам скажу прямо. Вы хотите сказать, что по улице европейская полиция не ездит и не видит происходящего? Все полиция видит. Но она ждет, наверное, когда кто-то ее вызовет. Но это ненормально. Они должны видеть сами и принимать какие-то меры. Убеждать меня в том, что они чем-то связаны, не имеют возможности, соответственно, реагировать, я не поверю. Просто нежелание откровенное. Эта эпопея в этом месте длится уже много лет. И никому до этого интереса особого нету. Я лично отсюда не раз делал репортажи в прежние годы. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Всем удачи!